Калькулятор майнинга – это программа, которая помогает узнать, сколько блоков можно создать за день и какую награду за это получить. Например, с помощью онлайн-калькулятора TuCryptoCalc можно понять, выгодно ли майнить криптовалюту самостоятельно, без пула. Представим, у вас есть 10 видеокарт NVIDIA RTX GeForce 3090. Они могут вместе работать на скорости от 550 мегахэш в секунду и до 10 гигахэш в секунду, в зависимости от монет. В калькуляторе нужно ввести количество видеокарт, и он покажет, какие монеты лучше всего добывать. В нашем примере 10 видеокарт могут принести прибыль от добычи Neo Xan. За день можно создать до 2 блоков, что даст около 6393 Neos или $6.25. Но стоит помнить, что калькулятор не учитывает стоимость электричества и показывает усредненные данные. В хороший день можно добыть 3-4 блока, а в плохой ни одного. Чтобы получить более точные данные, майнеры обычно ждут неделю работы. Если вы не хотите рисковать, лучше поискать в интернете свежие обзоры и рекомендации по майнингу, чтобы получить актуальную информацию не старше месяца.